Если некогда тебе воспитывать детей, или время ты свое не хочешь прожигать, дерзкой няне просто набери скорей. За бабло тебе няня будет помогать. Но все няни в наше время просто ни о чем. Будут бегать за ребенком, сопли вытирать. У меня же в воспитании есть секрет один. Я всегда стараюсь детям как можно больше дать. Дать чай или по морде, или дать с ноги в живот. В темноте побудь в чулане, молча маленький урод. Каждый день даю ребенку я немного унижения. В общем, отдаю себя все постоянно, без сомнения. Я всегда на позитиве, никогда не унываю. Потому что в вашем доме я бухлишко попиваю. Меня дети обожают, должна в этом вам признаться. Когда видят, что пришла, я могут даже обоспать. Если спать малыш не хочет, я не буду заставлять. Можешь просто на артерию, на сон ее нажать. Ваш ребенок будет кушать завтрак, ужин и обед. Ведь когда у горла ножек, вариантов просто нет. Будет он уроки делать, вычитать и умножать. Даже если он младенец, мне на возраст наплевать. У меня большущий опыт в отношениях с детьми. Слушайте мои советы и старайтесь соблюсти.